34-летняя Ирина Шейк представила новую коллекцию нижнего белья. Брюнетка решилась и на откровенности о своей личной жизни. Российская модель показала новую линию бельевого бренда Intimissimi из переработанных материалов. Фигура Ирины смотрелась, как всегда, очень соблазнительно. В интервью звезда заговорила о бывшем возлюбленном. «Два отличных человека по отдельности не всегда могут стать хорошей парой. Мы были рады испытать все то, что произошло между нами», цитирует The Mirror слова Шейк. Она подчеркнула, что своим характером может вызывать неожиданные эмоции. «Я знаю, чего хочу. Мне кажется, некоторых мужчин это пугает», отметила звезда. Ирина активно работает на неделе моды в Милане. Она выходит на подиум для ведущих люксовых брендов. После расставания с Брэдли Купером модель смогла найти удачный баланс между работой и воспитанием дочери, Леи де Сена. Экс-возлюбленные стараются максимум своего времени проводить с малышкой, которая живет с мамой, но папа в любой момент может увидеться с ней. Недавно Ирина Шейк станцевала зажигательный тверк для известного мужчины. Модель примерила легендарное платье Элизабет Фёрли. Брюнетка в дерзком мини восхитила итальянцев на эпатажном шоу.